Вычищение. Не волнуйся, Томми, я прикрою тебя. Томми, можно мне комнату с видом на залив?
Диас, я пришел завладеть твоим бизнесом. Томми, ты предал меня, ты идиот, я убью тебя! Вот, получите мерзкие убийцы! Эй, вы, жалкие ублюдки! Мой прекрасный дом! Посмотри, что ты с ними сделал! Это тебе за моего брата! Я доверял тебе, Томми! Я бы заставил тебя! Скажите спокойной ночи, мистер Диас! Сынок, у меня для тебя сюрприз. Я сейчас записываюсь с некоторыми ведущими артистами. Почему бы тебе не зайти к нам? Подумай об этом. Увидимся. Ох, нам надо это преодолеть. Оно должно выглядеть старее. Мне это не нравится. Томми, что скажешь? Если мы посмотрим в бар... Вы мой адвокат, Розенберг, а не мой дизайнер, понятно? Послушайте, пришло время взять этот город. Тут все ждет нас. Нам надо начать захват территории. Пусть Вайс-Сити знает, что мы новые игроки в городе, понятно? Что тебе надо, Томми? Это законность, недвижимость. Это не помешает нам. Держите, запомни это имя. Магазин, мой прекрасный магазин! I know how to use a cuchillo.
Я плачу за защиту. Теперь я хозяин города. Я! You did a fine job pulling your knees last, but you should have done something about Canada. Wait a minute there, Buster. My mother's half Canadian. Oh, what are you going to do, wench? Sweep the ice furiously at me? Huh, socialized medicine? Nah, you did it all wrong. You should have continued to the north and finished things off. I talk about this in the motivational learning tapes. That and beware the magpie, which is the devil. He will reigneth when darkness falls. Are you married? You seem like a tough character to live with. Aye, my wife Helga. What a hag. This show is not sexist, whatever certain bearded women might say. Women are people too. I'd appreciate if you wouldn't talk that way. Ah, go live in a chimney, you troll. You 20th century women are all the same. And me hag Helga, she felt great here. Respond to a 10-21 South Lake Point. Respond to a 10-19 South Lake Point. Привет, сынок, вот решил тебе позвонить и дать один совет. А, Эвери, что беспокоит? В нашем городе можно хорошо заработать, если купить правильную недвижимость. Улавливаешь? Думаю, что да. Все, что я хочу сказать, держи ушки на макушке, и, может, отыщешь возможность заработать. Я еще позвоню. Звони, Эвери. В чем проблема? Один бар отказывается платить. Они выяснили, что их защита местная банда головорезов. Не волнуйся, Томми, я разберусь с этим. Ты называешь это разборкой? Садись в машину. Puts on a pop concert, and suddenly everyone has money to hand over to starving kids they've never even met. I think it's a disgrace. Yes, people are very shallow. Like you? Exactly like me. But radio is much more important than food. I have a good mind not to let them go back into pressing issues this time. You have to give us some money. It's a disaster.
disaster. That's what it is. What's wrong with you people? Please, we're struggling to pay for our second homes here. And I've only had 3 vacations this year. You poor... Вашей защите нужно еще немного защиты. Ах, черт, не надо, мне не нужна эта ерунда. Эти идиоты уничтожили базу данных в квартале. Ребята, просто отсортируйте их. Увидимся позже. Да, да, в любое время. Чарли! Узнал меня, Томми? Привет, Сони. Да, это я, Сони, твой старый друг. Ты мне не пишешь, и ты мне не звонишь. Больше не хочешь дружить со мной? Я занят, навожу порядок в своих делах. Ты же не поможешь мне в этом, Сони? Ну, извини, я забыл, что ты всегда занят. Занят убийством наркоборонов, захватом власти. Не забывай о нас, Томми, потому что смею тебя уверить, что я не забываю о тебе.